Количество американцев, получающих продовольственные талоны, достигло рекордного уровня – 41 миллион 800 тысяч человек. За год их стало больше на 18%. Тем самым сейчас их получает примерно каждый восьмой житель США. Бумажные талоны на продовольствие ушли в прошлое. Сейчас это пластиковая карточка, по которой беднейшие американцы могут получить продукты питания на сумму около $130 в месяц. Сейчас безработица в Штатах составляет 9,7%. Это максимум с 1983 года.